Вот что вы делаете обычно? Обычно, ну, начну с таких фигур, допустим, как вот петля, полупетля, да, то есть, которая, там, перегрузка не очень большая, а потом уже обратный пилотаж, ну, самое такое, это обратный пилотаж, то есть перевернутый полет, отрицательный перегрузка, высекали, фигура, она складывается из, ну, из скелета, из каркаса, из рисунка фигуры.
Какие мы делали с вами? Какие фигуры пилотажа делали? Ну, скажите. А сколько перегрузка вот максимально было? Вот было пару раз, вот один или два раза было вот максимально. Я думаю, ну, в среднем. 5-6-7. Ну, один раз как-то даже мне было потемнело в глазах. Один раз. И на мгновение я потерял, ну, перестал видеть. Вот на мгновение буквально. Нормально. Если не тренированный организм. Да. А как вы вот ориентируетесь? Я понимаю, что если бы у вас еще темнело, так. Не, ну бывает, конечно, если, допустим, это перестараться, там, или, допустим, там, это что еще от состояния зависит. То есть, насколько ты готов, то есть подготовлен. Ну, самочувствие, ну, понятно. Вертикальные фигуры делали, то есть повороты на вертикали, на себя, от себя тоже с вертикалями. Интересно, лучше бы со стороны. Вот как одно дело находишься внутри, а другое дело со стороны посмотреть, как это выглядит. Интересно. Спасибо. Пожалуйста. Ой! Сами дойдете, да? Да, дойду. А, еще вам.